Как быстро избавиться от тревожности, от страха, от дурных мыслей и привести свое состояние в порядок? Сегодня я вам покажу два способа, как этого добиться своими руками за считанные секунды при помощи механизмов рефлекторно-генетической адаптации. Рефлекторно-генетическая адаптация. В каждом из нас существуют рефлексы. В каждом из нас существует геном, существует генетика, существует генетическая память, которая позволяет нам управляться с нашими проблемами. Сейчас из каждого утюга, из каждой газетенки несется, как себе в этом плане помочь, как улучшить свое состояние, как снять с себя тревожность, как собрать себя в кучу, в лучшем смысле этого слова, не позволить дурным мыслям преодолеть нас, сделать нас рабами своими. Вот из письма Владимира Ильича Ленина своему ближайшему другу и соратнику по борьбе за счастье трудового народа Леониду Красину. «Дорогой Красин, швейцарские товарищи научили меня справляться с рассеянностью, с тревожностью, с несогласованностью с мыслями. Это швейцарские местные газеты, не в части их чтения, а в части их скомкивания и выбрасывания». Уважаемые друзья, простой прием на уровне рефлекторно-генетической адаптации. Возьмите любую ненужную, нечитаемую вами газету и сделайте вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Фу, полегчало? Замечательно полегчало. Лезть за ней не нужно, потому что, как говорил великий Владимир Натанович Винокур, не каждая помятая газета может помочь в других проблемах. Для этого и есть у нас, понятно, что для этого у нас есть. Поэтому, уважаемые друзья, если вам не нравится газета, ну может так случиться, что вам не нравится газета, вернитесь к нашим приемам, которые мы уже неоднократно показывали и о которых неоднократно рассказывали. Они тоже относятся к системе рефлекторно-генетической, системе адаптации, рефлекторно-генетическая. То есть наши рефлексы, основанные на нашей генетике, позволяют нас себя чувствовать богатырями. Что для этого нужно? Взять нужно вот такую обычную скалку и на несколько секунд, в буквальном смысле на 5 секунд, превратить себя в прачку. В том смысле, что научиться выкручивать. Если вы левша, палку надо выкручивать левой рукой, а накручивать на себя правой рукой. А если вы правша, выкручивать правой рукой, а накручивать на себя левой рукой. Объясню потом, почему и каким образом нам помогает газета. А сейчас, побыв вместе с вами немножко прачком, или как правильно по-русски сказать, прачкой. Нет, я все-таки... Сотрудником прачечного производства. Да, вот жена профессора Картенко мне подсказывает. Сотрудницей прачечного производства. Я побуду сотрудником прачечного производства. Возьмите палку, вытяните максимально от себя, оттяните ее максимально от себя. Максимально от себя оттяните на середину грудины. Именно вот найдите у себя середину грудины, выведите на этот уровень. Теперь вот так вот максимально близко поставьте друг к другу ваши руки, обнимите палку, схватите ее. И делайте, как я. Глубоко вдохнули, резко выдохнули и не дышав в течение 5 секунд, открутили голову этой палкой. Я сейчас открою глаза, потому что момент божественный. Я слышу, как работают мои клапаны. Я слышу, как свежая кровь, обогащенная тамарным кислородом, движется к моей голове. Как мне становится легче. Как куда-то уходят все вот эти вот мысли дурные. Ой, дурные мысли. Сколько их вокруг. Из каждого утюга. Из каждой стиральной машинки. Рукам стало тепло. Локтям стало надежно. Плечам стало просторно, ушам стало слышимо, глазам стало видимо, носу стало нюхомо. Что еще нужно, чтобы сегодняшний день,
Сегодняшний вечер, сегодняшняя ночь и завтрашние, послезавтрашние и так далее, так далее, так далее, так далее. Дни прошли тихо, спокойно и хорошо. Я вчера в нашей деревне ходил за своим любимым хлебом под названием «Хлеб здоровья». Я смотрю, навстречу идет мне женщина в желтом сарафане. У нее на груди написано «Free tomorrow». Так и хотелось спросить. А after tomorrow you free to? Не спросил. Потому что подумал, нахрен мне это нужно. Потому что я бы у себя бы написал «Happy now». Happy yesterday, happy tomorrow. Друзья, мы повторяем наш авторский вебинар, посвященный состоянию здоровья сосудов, состоянию рефлекторно-генетического восстановления нашего здоровья. Ссылка под этим видео. Пожалуйста, приходите, слушайте, повторяйте вслед за нами. Пользуйтесь газетами, пользуйтесь палками. И будьте happy now, happy yesterday, and happy tomorrow, and after tomorrow. Goodbye, and have a rest. Вот за эти 3.5 минуты, которые мы с вами не виделись, я такое выслушал от своей жены. Кому ты все это на своем ломаном топорном английском? Зачем ты кому-то, зачем-то это все на своем лопаном топорном английском? Кто тебя поймет? Я же, в надежде на то, что вы меня поймете, хочу вам сообщить, а если кто из вас не поймет, я свободен завтра, я счастлив сейчас, я счастлив вчера, я буду счастлив завтра, я буду счастлив всегда. Have a rest — это имейте отдых, а good luck — это счастливого пути, а goodbye — это до свидания. До свидания, до встречи на вебинаре. Goodbye, my baby.